Всех приветствую, продолжаю просматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Джеймс Уэллс Чампни, американский художник жанра и иллюстратор, известный своими портретами, восточными сценами и американскими пейзажами. Родился в Бостоне 16 июля 1843 года. Мать умерла, когда он был совсем маленький, его воспитывали родственники. В возрасте 16 лет он начал свою карьеру в качестве ученика гравюра по дереву и зарабатывал на жизнь изготовлением гравюр по дереву. С началом гражданской войны он оставил ученичество и записался в 45-й Массачусетский добровольный полк. Во время службы заболел малярией, был демобилизован. После войны он некоторое время преподавал рисование. А в 1866 году отправился в Европу, где учился у Эдуарда Пре. Позже он учился у Ван Лериуса, Королевской академии в Антверпене. Вернулся в Америку в 1870 году, но вскоре его опять потянуло в Европу, и некоторое время он провел в Париже и в Риме. В 1873-м сбежал с Элизабет Уильямс, своей бывшей студенткой, по рисованию, чтобы спасти ее от брака по расчету. В течение 3 лет после женитьбы пара путешествовала по Европе, жила во Франции, и в это время родился их первый. В конце концов, семья обосновалась в штате Массачусетс. Джеймс и Элизабет стали продуктивными сотрудниками. Элизабет опубликовала множество статей и иллюстраций для журнала. А афорты и иллюстрации Джеймса были очень популярны и использовались для иллюстрирования книг не только его женой, но и другими известными авторами. В 1880 году пара заключила контракт на иллюстрирование серии статей для журнала Century Magazine. После этого отправилась в путешествие по Северной Африке, Испании, Португалии, Марокко. Примерно с 1885 года Чампни сосредоточился почти исключительно на пастели. Он выставлял свои работы на колумбийской выставке в Чикаго в 1893 году и в 1898 году. В 1882 был избран Национальную академию дизайна в качестве ассоциированного члена. Был членом художественного клуба «Салмагунди». Это был центр изобразительных искусств, основан в 1871 году на Манхэттене в Нью-Йорке. Брак Чампни был очень счастливым. В разгар подготовки к поездке в Россию Джеймс скончался 1 мая 1903 года в результате падения в шахту Нью-Йоркского Ли. Картины Чампни включает пейзажные и жанровые сюжеты, а также сцены ориентализма. После своих путешествий по Европе он сосредоточился почти исключительно на пастели и стал известен своими портретами, особенно портретами молодых девушек. Ну вот так вкратце из Википедии о американском художнике-иллюстраторе, известный своими портретами, восточными сценами и американскими пейзажами, Джеймс Уэллс Чампни. Пока-пока, до свидания.